26-летняя Алсу начала подготовку к празднованию Нового года. Артистка посетила элитное ателье, где намерена сшить себе особенный наряд для главного вечера в году. Артистка показала процесс создания новогоднего мини-платья. Алсу выбрала наряд темно-серебристого цвета с большим бантом на плече. Платье удачно подчеркнуло фигуру исполнительницы и обнажило ее ноги. Находящийся рядом стилист выступил со смелым предложением. «Я бы платье еще больше укоротил», — высказался он. Участница Евровидения 2000 согласилась с мнением стилиста, но попросила швею не слишком этим увлекаться. «Только не намного короче, а то уже будет неприлично». Мать троих детей в таком мини, иронично заметила Алсу. Стилист заверил исполнительнице, что ее фигура позволяет носить ей ту одежду, которую она хочет, не ориентируясь на мнение окружающих. «С вашими ногами можно и такое мини», — высказался молодой человек. Певица засмущалась. «Да?» — неуверенно переспросила она и рассмеялась. Звезда поправила прическу, решая, что будет выигрышнее всего смотреться с этим нарядом. Алсу отличается элегантным стилем. Сейчас в ее гардеробе в основном преобладает одежда мягких оттенков и сдержанных фасонов. Исполнительница редко позволяет себе откровенные наряды, отдавая предпочтение умеренности. Недавно Алсу позволила себе редкую роскошь в выборе наряда. Звезда в брючном костюме и массивных украшениях с бриллиантами появилась на красной дорожке в Дубае. Звездная мама прививает хороший вкус и своим дочерям. Так она привела 11-летнюю на модный показ. Артистка давно удалила фотографии мужа в своем Инстаграм, но недавно умилила фанатов нежным снимком с возлюбленным.